как я как раз говорил, вот уже минимум. А вот этот дом сохраняется, да? Значит, этот дом объект культурного наследия, объект дом Фомина. Он сохраняется в части архитектурного облика, то есть он остается один, как и остаются только стены. Наружные стены, толщина 800 мм, красный кирпич, фундаменты мы сделали усиление, силикатизацию, но не силикатизацию, а уровень инъекционной сваи, закачали около в подвале, да? 100 штук свай, значит, под давлением укрепления грунта сделали, поэтому этот дом остается. Над ним, вот с этой стороны, будут две колонны, и вот по очертанию вот эта часть будет, пойдет консолька и пойдет 7 этажей. То есть, получается, над ним будет надстроен новые этажи? Да, 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 да. Над ним будут новые этажи. И уровень, получается, вот выйдет примерно выше верхней точки этого дома, да? Седьмой этаж будет повыше 25 метров, вверх от метра 25 метров. То есть, это примерно вот как наш уровень, вот это. Как тебе такая грандиозная стройка?